Пляхать чуть-чуть будем пляхать, чуть-чуть менять. Ну дела. Вот их зубки. Долго, да? Когда мы появились, мы были очень счастливы. Такая красивая, сразу родилась. Ей поставили 10 баллов, хотя это очень редко ставят. Но у нас еще даже когда не было детей в планах, мы почему-то сразу хотели назвать, если будет дочка, то Ева, и все были согласны. Мама и папа. Всем задолго до ее рождения еще уже было имя. Любит на своем стоять, если что-то задумала, то пока не достигнет, не успокоится. Целеустремленная очень, да? И с характером. Да, Лева. Давно собирались покрестить ее, но у нас почему-то все время что-то мешало нам. Уже 8 месяцев прошло, и вот до последнего дня какие-то препятствия были, но мы очень рады, что наконец-то этот день настал. Очень хотим, чтобы она уже обрела своего ангела-хранителя.
чтобы у нее все было хорошо. Нас все ждут этот день. Крестные, друзья наши, все прям для нас это целое событие. Хочу, чтобы она была здорова, счастлива, чтобы она выросла добрым человеком. Любила свою семью, слушалась всех. Ну, удачи! Очень долго. Серьезно говорю. Ну, Маша больше помнит. Маша была просто в больнице. Мы планировали рождение Евы за несколько недель до. Я с мужем не уехала отдыхать, из-за этого мы придумали. Вот-вот-вот. И 8 часов утра, даже 8 еще не было, Вика мне написала из роддома, то, что все, мы уехали в роддом рожать. И я помню это утро, я думала, ну, минут 30, и вот все, Вика родит, и мы поедем в роддом встречать уже с Евой. И только к 4 вечера прислал Славик сообщение всем, то, что Ева родилась. Да. Но я очень долго ждала рождения Евы. Мы безумно были рады. В тот же вечер мы поехали все вместе отмечать, пока Вики не было, и только через несколько дней мы увидели саму Еву вживую, мы встречали ее из роддома, мы долго готовились, не знаю, ну, я была рада встрече с этой девочкой, она необыкновенная, она растет очень быстро и меняется очень быстро, новые навыки приобретает. Я, честно говоря, этот день, ну, я весь день был тогда на работе, только под вечер Славик звонит, говорит, у меня родилась дочь. Ну, я говорю, ну, супер, это вообще девочка, это, ну, отлично. Я, у меня у самого племянница, как бы, тоже понимает, это такое событие. Вот мы встретились потом все вечером с ребятами, посидели немного, вот. Я был очень рад, безумно, за своего друга. Ну, побухали немного. Ну, да, выпили немножко, да. Вот, ну, очень был хороший, яркий день. Мы весь день были на связи, весь день эта переписка, все волновались, переживали. Ну, слава богу, все хорошо прошло. Здоровенькая, красивенькая родилась. 10 из 10. Да. Вот, был очень хороший день. Я бы хотела ей пожелать, чтобы она всегда берегла и ценила свою семью. Своей семьи, семье родителей, бабушек, дедушек, самых близких людей, никогда никого у нее не будет на свете. И она может всегда положиться на семью. Никто, кроме семьи, больше ее любить, чем необходимо, не будет. То есть всегда близкие, рядом. И я бы просто хотела, чтобы она берегла любовь близких, берегла уют семейный, домашний. Ведь именно она принесла в свою семью определенный кусочек счастья, который будет развиваться на протяжении долгих лет. Ну, а я хотел бы добавить, что Ева, мы тебя очень любим. Вот. Будем тебя на протяжении всех этих лет, будем всегда рядом при любых обстоятельствах. Несмотря ни на какие ситуации, которые нас окружают, ну, в нынешнее время. Вот. Что хотелось бы добавить, собственно. Главная семья. Все, и там нажимает, и тут нажимает. Мы ее учим нажимать свои даже имеется в виду учим. Раз. Все, поехали. Хоть подышим чуть-чуть. Все, все. Чем мы не едем? Пожалуйста, первый. Поехали.
Ева, моя королева маленькая. Ева королева. Сердце я. Бог обрежет себе по указу, Божьему служению, если ты не
отрицающегося сатаны, всех делов, всех ангелов, всего служения Его и всей гордыни Его. Отрицающегося. Отрицающегося. Отрицающегося сатаны, всех делов, всех ангелов, всего служения Его, всей гордыни Его. Отрицаюсь. Отрицающегося сатаны, всех делов, всех ангелов, всего служения Его, всей гордыни Его. Отреклась ли си сатаны? Отреклась. Отреклась ли си сатаны? Отреклась. Отреклась ли си сатаны? Отреклась. И дунь, и плюнь на него, берет себе дунь. Сочеталось ли си Христос? И веруешь ли Ему? Верую Ему, яко царю Его. Ева, на данный момент, если мы покажем, вселение души и тела спинку.